Більше 100 аграрів з 5 районів Запорізької області взяли участь у Дні поля, який відбувся на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Агросервіс». Директор підприємства Микола Бандура розповів, що цей захід є традиційним і відбувається впродовж декількох років. Цього разу аграрії змогли не тільки ознайомитися з технікою, а й дізнатися про нові гібриди соняшника. Это мы покажем гибриды семян подсолнечника ведущих мировых производителей и покажем технику, лучшую технику наших отечественных производителей. Мы представляем сегодня «Красную звезду», ее продукцию, и «Велес Агро». Покажем технику в работе. Мы сами работаем на этой технике, мы ее очень любим. Я считаю, что цена-качество – это лучшее сочетание. Сегодня у нас очень много гостей, которые представляют заводы, расскажут особенности этой техники, ее характеристики, ее эксплуатации, ее возможности. Можно будет нашим гостям также услышать отзывы наших механизаторов и агронома, который на ней работал. Микола Бандура зазначає, що вітчизняний ринок сільгосппродукції стрімко розвивається. Покажем пропашную сілку, которая принципиально новая, что очень приятно по нашим производителям украинским, что слишком быстро меняется модельный ряд. Это хорошо. То есть то, что было на дне поля у нас представлено 2-3-5 лет назад, это уже другой, совершенно другая техника и другой день поля. Участь в заході також взяли і районні керівники, які побажали присутнім плід роботи. Я хотел бы всем пожелать успехов в нелегком вашем труде, потому что аграрный труд, хлеборобский труд, он никогда не был легким. Пожелать, значит, чтобы ваши стремления, намерения, значит, планы сбывались. Ну, а вот такие мероприятия, вот такого плана, такого рода, они действительно, значит, сегодня нужны, потому что ну, есть уже столько наработок и наукой, значит, и предприятиями, которые нужно, значит, сегодня уже, значит, внедрять. Есть опыт, которым нужно и можно, значит, делиться. Я уверен, что такие встречи, обмен опытом, сотрудничество позволит вам развиваться, позволит вам почерпнуть друг у друга что-то новое, что-то интересное, что в конце концов позволит вам развиваться, позволит вам увеличивать прибыли, чего я вам и желаю. Під час Дня поля аграрії ділились своїм досвідом та знайомилися із сільгосптехнікою вітчизняних виробників. Учасники заходу зазначили, що із задоволенням беруть в ньому участь і знаходять для себе корисну інформацію. Можна совмістити і подивитися на підсолнечник, на гібриди підсолнечника, зробити якийсь вибір. Можна подивитися і техніку, можна побачити техніку в дії. Тому я вважаю, що такие семинары нужны, и спасибо тем, кто этим занимается. Спасибо Швилу, спасибо Бандуре. Насколько я знаю, с тех людей, которые сегодня приедут на наше мероприятие, они собирались ехать за 450 километров отсюда, потому что иначе купить семена подсолнечника – это как кот в мешке. Их невозможно купить по прайсу, по проспекту, по каталогу. Нужно увидеть, как он себя ведет, поговорить, услышать особенности агротехники. После этого можно только покупать, потому что слишком дорогая покупка, и если ты купишь что-то не то, ты только через год увидишь, когда ты миллионы гривен вложишь в землю, и ты будешь разочарован. То есть по-другому я не мыслю себе, думаю, мои коллеги не представляют, как можно это купить. И ту же технику посевную, вот, ну, пришел, увидел, ну, красивая эта техника, но у них будет возможность увидеть, как она высевает, разрасти землю, увидеть, как она ложит, увидеть, чем отличается высевающий аппарат от другого, поговорить с производителями. То есть я не представляю себе, как по-другому можно что-то покупать. По завершенню заходу Микола Бандура запевнив, що такі зустрічі аграріїв буде продовжено і надалі.